Привет-привет, друзья! Вы на канале Мульти-Пульти! Всем вкусняшек и мороженок! И сегодня ваши любимые аниматроники! Да, ребята! Сегодня новая серия! Но сейчас, как всегда, конкурс комментариев! Да! Кто напишет лучший комментарий про мой канал, подпишется, поставит лайк и нажмет на колокольчик, обязательно попадет в мое видео! Ну чё, поехали! Итак, ребята, смотрите, я сегодня решил устроить аниматроникам такой маленький-маленький челлендж. Короче, у меня сегодня Фредди, Плюштрап, Голден Фредди, Марионетка и Бонни. Да, это мы! Тихо! И, короче, они сейчас будут выяснять. А что мы будем выяснять? Да тихо, Бонни! Короче, сегодня они будут выяснять, кто самый сильный аниматроник. Ребят, помните, я когда-то это делал, и я забыл, кто самый сильный. Вообще, за самый сильный это я! Бонни, ну что ты врешь? Что ты врешь? А? Самый сильный... Вот я не помню, поэтому я решил устроить, ребят. А вы сегодня... Кстати, вас сегодня ждут пасхалочки! Найдите пасхалки в этом видосике! Ого! Ничего себе Плюштрап дает! И вы сегодня болеете, кто же победит! Кто же победит сегодня за аниматроников? Короче, будете болеть! Выбирайте, за кого сегодня будете болеть! Так, приехали! И я буду сегодня болеть... Ну, вы знаете, за кого я сегодня буду болеть, да, ребята? А вы напишите, за кого вы будете болеть. Так, все аниматроники уже собрались. Я всех уже привел. Так, ну кто сегодня победит, ребят? Кто же сегодня победит? Плюштрап, Голден Фредди, Той Фредди, Марионетка или же Бонни? Вообще-то я победил! Бонни, да тихо ты, не мешай! Итак, ребята, первый будет драться Плюштрап и Голден Фредди, а потом на выбывание. Я думаю, вы поняли. Кто побеждает, следующий. Итак, кто победит, кто останется, тот и выиграл. Все, вы поняли? И не забудьте про пасхалки! Ю-ху! Ну ладно, ребят, ну что, начнем битву? Давайте начнем битву. Ух, у меня хорошее настроение. Просто бомба. Не знаю, кто сегодня победит, честно, вы знаете. Я всегда все делаю так, чтобы не было понятно, кто победит. Итак, первая битва. Голден Фредди и... Плюштрап! Круто, да, сказал? Я еще круто говорю, так? Сейчас они будут дубасить друг друга. Я победю тебя, Голден Фредди! Ага, попробуй! Ну чё, ребята, опа, так, началась битва! Так, первым атакует Голден Фредди... Отлично, удар за ударом проходит, Плюштрап отвечает. Так, круто, ой-ой-ой, жесть, так-так, Плюштрапик напирает. Но, ребята, вы же знаете, если я не ошибаюсь, Голден Фредди, он крутой боксер. Посмотрим, у него есть преимущество. Так, удар в челюсть, удар в бок, плечо. Ой-ой, удар по печени, левой. Левый хук прошел, Плюштрап отвечает. Так, ребята, если вы болеете за Голден Фредди, напишите Голден Фредди. Если же Плюштрап, напишите Плюштрап. Я буду знать, за кого вы болеете. Так, смотрите, Голден Фредди напирает. Он прижал Плюштрап канатом. Крутяк. Так, это жесть. Ого, смотрите, красной Чики досталось. Ну, не надо близко стоять. Опа-опа. Да, ребята, смотрите, как припёр Плюштрапа Голден Фредди. Так, кто же победит? А? А кто? Честно говоря, я не знаю. За кого болеть? Не знаю. Голден Фредди крутой, Плюштрап крутой. Ну, пока, мисс, я бы сказал, по очкам, по напору побеждает Голден Фредди. Ну, смотрите, Плюштрап отвечает. Круто. Ладно. Так. Ой-ой-ой-ой, какая двоечка от Голден Фредди. Да, не зря он ходил на бокс.
Да, бедный Плюштрапик, смотрите, но как он терпит эти удары, ребята. И он отвечает, так, так, пошел на пир, ой-ой-ой, ну, все, ребята, да, это нокаут. Ой-ой-ой, хватит, стоп. Стоп, Голден Фредди, ты че? Ты победил, молодец. Итак, следующая битва. Голден Фредди против... Лаймового Фредди, ребята, я заменил Лаймового Фредди на марионетку. Ну потому что так нечестно будет. Марионетка, он и не мальчик, и не девочка. Поэтому сегодня будет только той аниматроники, да. Опа-опа. Так, Лаймовый Фредди напирает. Так, ну смотрите, боксер Голден Фредди не дает никому спуску. Жесть, как они танцуют, как жалящие пчелы. Бам-укус, бам-укус. Так, теперь, опа, и отвечает Лаймовый Фредди. Ля-ля-ля, смотрите, как он заскочил ему за спину и как даст крутяк, ребята. Надеюсь, вы не забыли, что нужно поставить лайк, подписаться на мой канал, написать крутой комментарий и поделиться этим видосиком с друзьями. Пожалуйста, поделитесь, ну пожалуйста, не забудьте. Я вас просто очень умоляю и люблю за это. Спасибо. Ну вообще, я вас просто люблю, ребята. За то, что вы просто смотрите мой канал, да. Так, не будем отвлекаться. Спасибо вам заранее. Так. Пока что силы равны, да, два брата, то аниматроника против друг друга. Лаймовый Фредди против маленького бойца Голден Фредди. Ребята, пишите, или Голден Фредди, или Лаймовый Фредди, кто же победит во втором раунде. Так, ой-ой-ой, удар в живот прошел. Так, ну Лаймовый Фредди, ой-ой-ой, какой удар в челюсть пропускает Голден Фредди. Ладно. Так, силы пока что равны, ребятушки, ребята. Так, смотрите, сколько аниматроников собралось поболеть. Выясни, кто же самый сильный. Да, ребята. Сейчас мы посмотрим, кто тут самый сильный, да. Так, Фредди пошел опять. Голден Фредди нападает. Ой-ой-ой, какой удар с правой в челюсть. Не может быть. Ребята, Голден Фредди проигрывает! Стоп! А куда? Бестановлен! И в этой битве побеждает Лаймовый Фредди! Следующий участник это Бонни! Ох ты, ничего себе! Как начался бой! Бонни нападает, так? Лаймовый Фредди отвечает, Бонни! Сейчас ты получишь! Ничего себе! Посмотрим, кто же победит, ребят! Если вы болеете за Бонни, пишите Бонни. Если за Лаймового Фредди, пишите. Так, видали, как Бонни начал? Прям вообще, прям с ноги засандалил. Ой-ой-ой-ой-ой. Ля, вот это бой. Вот это бой, ребят, самый короткий бой сегодня. И побеждает Бонни, магистр Бонни. Капец. Так, следующий бой, ребята. И следующий бой. Двое лучших друзей. Той Фредди против той Бонни. Ребята, кто же победит? Так. Ух ты, Бонни, ля. И Фредди в нокдауне. Первый нокдаун. Я сильнее. Нет, я сильнее. Нет, я, на. Ля, смотрите, ребята, как Бонни пошел. Ничего себе. Получишь. Ага, вот тебе, не вставай. Сейчас я тебе дам. Ребята, жестко. Два лучших друга. Я тебя видел. Ты с Чикой целовался. Нет. На тебе за это. Ты чего? Ой. Да ты чего, Фредди? Ты чего? Да, я тебя видел. Да нет, на тебе, что ты врешь, все. Я видел тебя. Нет, я дома был, ты что? Придумал все, ой. Ага, получил. Ребята,
Аниматроники выясняют отношения. Что-то у них там произошло такое непонятное. Ты что, Фредди, ты что-то перепутал? Нет, я видел вас на пляже. Да нет же, я дома был с Бонитой, на. Нет, я видел и все. На тебе, Бонни, а ты еще мой лучший друг. Да нет же, Фредди, ну честно говорю. На, вот тебе. Ой, Фредди, ну че ты? На тебе, получил. Ребята, вот это бой. Аниматроники дерутся. Капец, Фредди как, для Фредди разозлился. На тебя, ага, я ничего не делал. Чего вообще-то я не люблю. Ага, что ты целуешь тогда? Да никого не целовал, на! Ты чё? На тебе, предатель! Да ты чё, Фредди, ты чё? Ты чё, съел что-то? Меня не было! Ой! На, получи! Вот тебе, злодюга, ты предатель, Бонни, на! Фредди, Фредди! Фредди, всё, бой остановлен, всё! Итак, ребята, в этой битве самый сильный аниматроник — это Той Фредди. Кто голосовал за Той Фредди, я вас поздравляю. Он победил. Хотя, ребята, что-то произошло с ними. Ой, бля, ничего себе. Фредди, ты куда? Ребят, куда ты? На, иди на. Ребята, вот это да, для Фредди разозлился. А чё с ним такое? А чё с ним такое? Фредди, ты куда? Отстань. Да чё, Фредди, чё случилось-то? Скажи, чё случилось? Ого! Ребята, жесть! Ля, чё он вытворяет? Ну, я поздравляю. Ладно, Фредди, куда ты там собрался, непонятно. Ничего себе! Ой-ой-ой! Капец! Ребята, я не знаю, куда едет Фредди, я заранее с ней с вами попрощаюсь. Все, ребят, если вам понравился этот мультик-игра про аниматроников, поставьте палец вверх, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, напишите крутой комментарий и поделитесь этим видео с друзьями. Да, ребята, спасибо, что смотрите, я вас сильно люблю, сильно-пресильно, обожаю вас, дорогие мои друзья и подписчики, супер, вы супер-пупер. Ну ладно, ребят, вы были на канале Мультипульти, подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Люблю, целую, ваш Мультипульти, пока, ребята.